теперь, перед тем, как приступить к очередному практическому уже упражнению, я хочу напомнить о некоторых незыблемых правилах, которые возникли и шлифовались на протяжении тысячелетий, и многие из них возникали из кровавой практики. Аналогично очень многим иным правилам нашего бытия, начиная от тех же правил дорожного движения, которые никто в одночасье не сел и не написал этот свод. Все это приходило по мере жизни, по мере движения, и опять-таки из горького опыта плачевных и трагичных последствий. И аналогично тому же, кто служил в вооруженных силах, знает, что любой из уставов, начиная от общевойсковой, заканчивая уставами гарнизонной караульной службы, боевым уставом, все это, весь этот свод правил и законов построен на крови, на трагических случаях, на жертвах и так далее. Поэтому в обращении, даже в домашнем обращении с оружием, существует достаточное количество правил. Но некоторые из них должны соблюдаться как Отче наш. И первое – это надлежащее хранение любого вида оружия. Если это ружье, пистолет, да и тоже холодное оружие, неважно от его габаритов, это должен быть, конечно, хорошо защищенный, надежный сейф. Второй момент. Перед практикой, после практики, доставая оружие из сейфа, укладывая оружие в сейф, вы должны всегда контролировать окружающие обстановки, обстановку в каком ракурсе? В первую очередь, чтобы вот этот процесс не видели дети. До достаточного возраста. Бывают ситуации, когда и взрослые люди не должны знать, где оно у вас хранится. Но к детям это относится, ну, железобетонно. Любопытство ребенка безгранично. Это и на моем личном опыте убеждения возникли, и на опыте чужих, и на очень плачевных и трагичных тоже опытах. То есть опыт этот возник, у всех возник на таких вот ситуациях негативных. И один раз ребенок, если увидит, что вот эта игрушка достается оттуда-то, а еще не дай Господь, он увидит, где еще ключи хранятся от этого волшебного ящика, то очень большая вероятность, что это оружие в каком-либо варианте окажется в его руках. У меня были случаи, и даже мои личный опыт, и моих друзей, и товарищей, когда оружие, личное оружие, оказывалось и в садиках, и в школах. И слава Богу, без последствий. Потому что, опять-таки, оно было, хранилось незаряженным. И это тоже один из вариантов, чтобы оружие было, конечно, в незаряженном состоянии. Даже если уже, не дай Бог, ребенок добрался до него, сумел извлечь оружие с сейфа, ну, уже Бог с ним. Пусть он ходит его как с палкой, будь мотыляет, будь что-то, да, но он может травмироваться, удариться, но чтобы, не дай Боже, чтобы там находился патрон и пуля. Вот два вот таких момента, самых таких бытовых, которые помогут избежать неимоверное количество трагедий. Итак, чтобы оружие хранилось на ближайшем месте, соблюдением всех правил безопасности относительно зарядки, разрядки,
и хранение боеприпасов отдельно, отдельно от оружия. В конце концов, мы не находимся в боевом положении, чтобы у нас все это было под рукой мгновенно, и мы не на боевом посту. И второй момент, чтобы дети не видели вот эти передвижения, эти манипуляции. Что откуда достается. И до определенного возраста желательно найти вот такое помещение, такое пространство в доме, чтобы, когда вы будете заниматься данной практикой, чтобы дети этого не видели. Это достаточно сложно, допустим, в городской квартире, особенно когда нету комнат, где нету кабинета, где можно там изолироваться. Или в частном доме, допустим, можно выйти где-то во двор и заниматься, чтобы глаз детей этого не видел. Вот такие вот два, я указал, таких основополагающих моментов. И последнее. Всегда перед началом практики, завершение практики, вы достали оружие сейфа, сразу проверьте, что оно разряжено. Ничего страшного. Вы сделаете пару раз холостых спуска, ничего, ни с бойком, ни с какими иными механизмами ничего не случится. Но вы будете чувствовать себя более безопасно. Итак, достали вы оружие сейфа. Пусто. Ничего нет. Патронники. Сделали пуск. Поставили на предохранитель. Все. Пошли заниматься. Закончили практику. Какая бы она ни была, какой направленности. Я не говорю уже на после огневого рубежа, с полигона, с тира и так далее. То же самое. Нашли место, где можно произвести проверку, сделать контрольный спуск, поставить на предохранитель. Все. Упаковали оружие, поставили в сейф. Начинаем любую практику. Вот с этих манипуляций. Вытащили. Закончили, то же самое. Поставили на предохранитель, уложили.